Спас, рискуя собственной жизнью. На трассе Уральска-Трау произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего оба вылетели в кювет. Случайно оказавшийся рядом очевидец, услышав громкий стук, побежал к обочине. Затем, увидев уходящую под лед машину, кинулся спасать людей из ледяной воды. Герою ценой своей жизни удалось спасти пассажиров. Ринат Фардиев в момент произошедшего случайно оказался рядом. Он ремонтировал свой автомобиль. Услышав сильный стук, побежал в сторону обочины и, когда увидел утопающий в воде автомобиль, не раздумывая, кинулся спасать людей. Когда побежал туда, машина утонула, как бы находилась в воде, колесами кверху. Я спустился вниз, слышал, что в машине еще люди живые, и начал вытаскивать их. Двоих вытащили сразу, ну, помог им вылезти на ярсе. Двое были уже как бы в отключке. Ну да, мы их вытащили с машины, все, я их вытащил, и давай останавливать машину и помощь просить как бы. Вызвали скорую помощь, ну, доложили в ДТП, в милицию. Ну, дальше уже как бы все приехали и начали забирать людей, вывозить. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что Ринат Фардиев совершил поистине героический поступок. В районе поселка Круглозерное, значит, водитель ВАЗ-2115 допустил столкновение с автомашиной Audi B4. В результате ДТП, значит, автомашина Audi слетела с трассы и, перевернувшись, оказалась в воде в кювете, значит, слетела в речку, пробив лед. В воду, начал тонуть. Сейчас, по словам сотрудников областной клинической больницы, пострадавшие уже выписаны. Марина Горбук, Алтынбек Макенов, Александр Грабарев, ТДК-42.